«Осколки хрустальной мечты». Автор Ольга Володарская. Майору МВД Матвею Абрамову всего 35 лет, а жизнь его уже изрядно потрепала. Чтобы как-то отвлечься от безрадостных трудовых будней, он каждую неделю посещает роскошный клуб «Хрусталь», расположенный в двухэтажном особняке конца 19 века. Там следователь заливает печали дорогим алкоголем и заводит случайные связи на одну ночь. Очередной вечер не задался с самого начала. Выпивка не помогала избавиться от мрачных мыслей. Расслабиться и познакомиться с кем-нибудь приятным не удавалось. Вокруг сновали личности, одна неприятнее другой. А в довершение всех радостей в «Хрустале» произошло убийство. Вместо заслуженного отдыха следователю Абрамову приходится искать убийцу юной девушки. Дело, на первый взгляд, простое, однако преступник не оставил ни одной улики. Да и опрос свидетелей ничего не дал. Ситуация вскоре осложнилась новым преступлением. На этот раз погиб мужчина, пришедший на вечер знакомств в ДК машиностроителей. Абрамов видит связь между двумя трагедиями, несмотря на то, что убитые – представители совершенно разных социальных классов. Что это? Домыслы сломленного человека или интуиция бывалого следователя? Ссылки на эту книгу вы найдете в описании к видео.